We'll be right back.
Инновационные городские транспортно-инфраструктурные комплексы SkyWay – это гибкость, безопасность и производительность в часы пик до 65 тысяч пассажиров в час в обе стороны. Отдельные элементы таких комплексов имеют различные варианты исполнения и подбираются под конкретный рельеф местности и планируемую производительность. Объем перевозок в год, в сутки, в периоды максимальных нагрузок. Существует возможность комбинирования различных типов трасс и использования различных моделей подвижного состава. Оптимизация логистики, модульность построения, а также применение интеллектуальной системы управления, исключающей человеческий фактор, гарантирует SkyWay бесперебойную эксплуатацию, полный контроль маршрута и скорости, отсутствие пробок и аварий. Городской транспорт SkyWay способствует улучшению качества жизни, сокращению вредных выбросов в атмосферу, устранению аварийности на городском транспорте, росту туристического потока, созданию новых рабочих мест, росту экономического потенциала и инвестиционной привлекательности города. I come from New Zealand, but my parents come from Tonga. It was your first ride on Unibus, yes? Yes, we've yet to ride, but we're just gonna go after Unitsky speaks. Да. То есть, да, вы ждали в очереди, да, после речи Юницкого. А другие виды транспорта протестировали? Испытали? Ну, я на самом деле попробовал органическую еду. Очень вкусно. Просто великолепно. А что-нибудь купите, привезете домой? Да, конечно. Может, сейчас? Вы можете прям написать им письмо и отправить домой, вон там, на почте. Да, мы планируем это сделать, конечно, так и делаем, пишем письма. Какие ваши первые впечатления о пребывании здесь? Ну, мое первое впечатление, что не могу поверить в то, что происходит, как будто сон. Да. Я из Новой Зеландии. Это мой первый опыт на этот Экофест 2019. Вот, боже мой, очень-очень впечатляет. Я вот поела органического яблока, которое было выращено здесь, в парке. И мы встречаемся с различными партнерами со всего мира. Это то место, где мечты сбываются для многих из нас. И многие из нас видят те усилия и работа, которая была выполнена, чтобы этот парк был создан и развился. Мы сейчас, все, кто здесь, мы верим в идею Юницкого и мечту его создать более чистую планету, не только для нашего поколения, но и для наших детей, внуков и правнуков. И мы настолько это... Мы чувствуем себя, знаете, мы впечатлены. Мы из Новой Зеландии, ну, есть гости из Индии, и они приехали сюда, чтобы посмотреть на технологию в работе. Это невероятно. Вы знаете, очень все просто невероятно. Пробовали, да, очень... Самое вкусное органическое яблоко, которое я вообще ел. Обычно, когда вы покупаете и вот яблоко, оно вот на рынке, оно такое немножко кисловато, а это прям сладкое. Сладкое. Вы уже катались на нашем унибусе? Нет, пока нет. Да, там большие очереди собрались, и причина, потому что в этом году вдвое больше людей, чем в прошлом.
И это показывает, демонстрирует рост. И что все больше и больше людей разделяют видение, которое есть у нас. Вот мы гуляем по этому парку и находимся среди этих технологий, но в то же время мы находимся в гармонии с природой. Это великолепно. Это мечта Анатолия, которая сбывается. Все вот здесь, мы разделяем эту мечту, и все больше людей будут разделять эту мечту вместе с нами. Действительно впечатляет. И очень много увидел людей из Новой Зеландии, из других уголков мира. Все приезжают, получают этот опыт. Это невероятно. Вот ребята, которые смотрите по ту сторону экрана, и которые сейчас сожалеете, что не приехали, приезжайте в следующем году. Не ждите, когда это мероприятие приедет в ваш город. Приезжайте сами сюда. Хотя рано или поздно, конечно же, мероприятие будет и в вашем городе. Вот мы из Колумбии. Очень рады, что проводится мероприятие в экопарке. Поздравляем вас, Анатолия Юницкого, за этот парк. Великолепно. Это ваша первая поездка, да? Да, это мой первый раз в Беларуси в целом. Очень красивая страна. I'm from Samara. Владивосток. Вы впервые здесь? Да, впервые. Как вам экофест? Круто. Что вы уже успели здесь сделать? Мы увидели Александра Ивановича Лебедя, Анатолия Эдуардовича Юницкого, Савичина уже в скульптуре. Хотим в музей попасть обязательно, посмотреть и свои имена там найти. Здорово, обязательно. Инвесторы 2016 года верили, несмотря ни на что, шли к этой цели. Вот мы сейчас первый раз. И как ваше впечатление? Вам нравится? Очень ровный ход, замечательно. Друзья, подключайтесь к нам. Давайте, пока еще остались места в нашем вагоне, давайте дружно включаемся всем миром, всей страной, всей вселенной и вперед в прекрасное будущее. Hey, where are you from? Italy. Куда? Из Италии. Что вам больше всего понравилось? Ну, атмосфера, эмоции, технологии тоже, люди. Это невероятно. Это союз, объединение большого количества людей, разделяющих одну цель, одно видение. А вы в прошлом году катались на юнибусе? Да. А есть ли какие-то вот различия по сравнению с текущим экофестом? Да, больше линий вижу, больше прогресса, больше технологий. А вот пруд, озеро, это невероятно. Каждый год появляется что-то новое, это невероятно. А вы знаете, что уже сейчас можно рыбу ловить на озере? Да, я вот 2 месяца назад тут был, у нас было мероприятие, и у меня была возможность там быть. То есть, а вы словили что-нибудь? Нет, не поймал, нет. Даже не пытался. Ну, потому что мне не очень нравится рыбалка. Но мне нравится просто проводить здесь время. А у вас есть свое собственное дерево? Посадили здесь? Нет, пока нет, но я обязательно посажу. Where are you from? Самара? Краснодар? Ханты-Мансийск? Well, we took... С людьми с разных городов. И как у вас настроение, как впечатление? Настроение великолепное просто. Все нравится.
Грузовые транспортные комплексы SkyWay способны решить любую актуальную проблему в сфере перевозок. Среди их преимуществ – высокая производительность и многофункциональность, короткий срок окупаемости и низкая стоимость функционирования. В линейке грузовых транспортных средств SkyWay есть как универсальные модули для ISO-контейнеров, широко применяющиеся в современных перевозках, так и специализированные решения для самых разных типов грузов. Полная автоматизация позволит встроить грузовой транспорт SkyWay в систему промышленного производства будущего, в которой роль ручного труда будет сведена к минимуму. Дополнительное преимущество струнной инфраструктуры состоит в том, что ее можно использовать как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Это разумное и экономичное решение, которое позволит создать полноценную транспортную систему в промышленных и логистических центрах. Грузовой транспорт SkyWay – это доступный, технологичный и экологичный способ перевозки товаров и ресурсов, соответствующий вызовам будущего. А сейчас мы попробуем прокатиться на 48-местном Берельсовом юнибусе, а заодно и поинтересуемся у пассажиров о их впечатлениях. Меня зовут Элеонора, я сама с Крыма, город Севастополь. Приехала сюда на экотехнопарк кататься на юнибусе, на юнибайке. А вы первый раз в экотехнопарке? Я была в 2017 году, но тогда еще не было возможности прокатиться, а вот сейчас мы катимся. Круто!
такие эмоции у меня, переполняют меня эмоции. А какие ощущения? Вот я сейчас еду. Что можете сказать по поводу поездки, плавности хода, комфорта? Очень, очень плавно. Мы же, получается, поднимаемся сейчас, да? А это не ощущается, то, что мы поднимаемся. Не обязательно держаться за поручни, езжу спокойно. Как температура в салоне? Комфортно. Кондиционер чувствуется? Да, чувствуется. Очень уютно, стильно здесь в кабинке. Меня зовут Виталий, я приехал из Ирландии сюда. Первый раз я на эти технопарки. Я был на Инотрансе первый раз. Когда первый Инотранс был, мы как раз проверяли вместимость, сколько человек войдет. И как раз я там попал на видео. Это мы за 27 человек пошло. 5 лет я в компании, то есть с самого начала еще. И тот момент, когда начиналось все желтого, черно-желтого офиса, превратилось сейчас именно в то, что вот мы сейчас видим. А как оцениваете развитие компании в целом? Ну, это просто гигантский скачок, потому что за 5 лет из просто идеи, по факту, из идеи мы уже превратились в огромную компанию с многотысячными инвесторами и реальным транспортом, который сейчас существует. Я просто счастлива сегодня. День счастья в моем возрасте – это прекрасно, это супер. А что вас радует больше всего? Меня радует развитие. За 5 лет это такой скачок, это известность, продвижение прежде всего Белоруссии на весь мир. Это не может не впечатлять. Восхищаться нашим гением Юницким, нашими учеными, нашими разработками, вот этим транспортом. Просто все, кто приехал со мной, все счастливы, и я особенно. А за моей спиной вы можете видеть, пожалуй, самый футуристичный транспортный модуль Skyway – высокоскоростной юнибус, который может осуществлять перевозку пассажиров на скоростях до 500 км в час. Его презентация произошла в сентябре 2018 года в Берлине на международной выставке «Иннотранс». А совсем недавно он приступил к ходовым испытаниям в экотехнопарке. Специально для этих испытаний была модернизирована поверхность рельса на ферменной эстакаде. А мы сейчас находимся, пожалуй, в самом интересном месте в экотехнопарке Skyway. Это музей. Музей технологии. Из экспозиции, которая представлена в музее, посетители смогут узнать историю развития технологии Skyway от 70-х годов прошлого века по настоящее время. Потолок в музее выполнен в виде карты звездного неба, где вместо звезд изображены имена инвесторов проекта. Чем крупнее имя, тем, соответственно, больше средств привлек инвестор в проект. Hello, guys. The name, the more money the investor invested. I'm from, я из Канады, из столицы. Моя жена уже давно является инвестором. Я нашел только что ее имя на потолке. Это невероятно. Сейчас я буду говорить по-русски. Хотя я сам родом из Минска, я очень рад, что мы инвестируем сюда, в мою родную страну. И это замечательно, это будущее, это просто, у меня нет слов описать, как я счастлив, и это здорово, что здесь все так происходит. Мы давно уже этим, мы давно со Skyway, еще когда здесь ничего не было, вот, и это просто, ну, я, мое впечатление, я не могу описать словами, это очень много. It's unbelievable. It's super. It's amazing. It's stunning. Everything is so. I'm happy. I'm happy, guys, to be here. Thank you. It is awesome. Yes. Destroy Skyway. Save the planet. Absolutely. А сейчас я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по музею и рассказать о ключевых объектах в его экспозиции. Здесь воспроизведено рабочее место генерального конструктора в 60-х годах прошлого столетия. Приблизительно в такой обстановке и начинал творить и изобретать Анатолий Эдуардович Юницкий. А здесь находится охранный модуль. Он, кстати, интерактивный, и с ним можно поговорить. А также познакомиться с авторскими свидетельствами, которые были выданы генеральному конструктору Skyway еще в советское время. Первые публикации о общепланетарном транспортном средстве. А на этом стенде мы можем наблюдать электромобиль для людей с инвалидностью. Это полностью электрическое транспортное средство. И для того, чтобы в него попасть, не нужно человеку с ограниченными возможностями, не нужно покатать инвалидную коляску. А здесь мы видим интерактивный экран, при помощи которого посетитель музея может узнать, как может быть применена технология Skyway на практике. Мы очень кратко рассказали о музее, и я вам предлагаю двигаться дальше.
Дорогие друзья, закончилось выступление Анатолия Эдуардовича Юницкого, вызвавшее, вы сами видели, какой интерес, поэтому я не буду комментировать. Сейчас началась пауза. Подарок от генерального конструктора закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Поглощается очень вкусный подарок, а именно обед из полевой кухни. Здоровые продукты, экологически чистые. Всем желаю приятного аппетита. Также хочу сделать одно объявление. Утеряна сумка золотистого цвета. Нашедшего просим принести на первую стойку возле первой анкерной опоры, где располагается бюро находок. Оставайтесь с нами. У нас еще впереди очень много всего интересного. Высокоскоростной транспорт SkyWay призван объединить города, регионы, страны и континенты. Мы создали абсолютно новый тип транспортно-инфраструктурных комплексов, соединяющий в себе лучшее из уже существующего в авиации, железнодорожном и автомобильном транспорте, а наши собственные инновации подняли все это на качественно более высокий уровень. Транспортная система эстакадного типа, расположенная на втором уровне, обладает рядом преимуществ, такими как скорость до 500 км в час, экологичность, доступность и комфорт. При таких скоростях передвижения стоимость билета в SkyWay будет в 2 с лишним раза меньше, чем на самолет, несмотря на то, что время в пути чаще всего будет меньшим благодаря грамотным логистическим решениям. Сохранение природных экосистем и геобиоценоза гарантируется минимальным землеотводом для строительства высокоскоростного транспортно-инфраструктурного комплекса SkyWay, а также сокращением объема вредных выбросов в атмосферу. Гиперю – транспортные системы, в которых перевозка пассажиров и грузов осуществляется на скоростях свыше 1000 км в час. Движение транспортных средств в системах Гиперю организовано внутри специального тоннеля с пониженным давлением. Трассы Гиперю размещаются как на поверхности Земли,
так и на морских участках в подводных тоннелях с нулевой плавучестью на различной глубине. Транспортные системы Гипер-Ю могут быть использованы для организации междугороднего, международного и трансконтинентального сообщения. Девелоперские решения SkyWay – комплекс инновационных транспортно-инфраструктурных решений для организации безопасной, комфортной и экологически чистой жилой среды в городских поселениях. Примером такого поселения может выступать линейный город SkyWay. Ключевым элементом линейного города – является наличие транспортной инфраструктуры второго уровня, в которой основные транспортно-энергетические коммуникации расположены над поверхностью Земли. Территория линейного города предназначена для пешеходов, животных и зеленых растений. Благодаря такому решению обеспечивается беспрецедентный уровень безопасности и комфорта. Основные жилые и производственные центры в линейном городе расположены в специальных кластерах, которые соединены между собой горизонтальными транспортными магистралями в единую сеть. Линейный город SkyWay может быть построен на пустынных, заводненных и труднодоступных для строительства территориях, в том числе со сложным рельефом, а также на морском шельфе.
Unicar U4-430 предназначен для пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам, по монорельсовому пути рельсо-струнной эстакадной дороги с непрерывным кольцевым движением. Максимальная скорость. Эксплуатационная 100 км в час. Конструкционная 150 км в час. Производительность участка транспортной линии в час пик в обе стороны составляет 21 600 пассажиров в час. Дистанция безопасности при скорости 90 км в час составляет 50 метров. Масса в килограммах, снаряженная 1980, полная 2430. Число пассажиров 6, число мест для сидения также 6. Расход электрической энергии в топливном эквиваленте в литрах на 100 км составляет при 50 км в час 83 сотых, при скорости 100 км в час 1,2 и при скорости движения 150 км в час 1,98. Шум не превышает 75 дБ. Электропитание может осуществляться как от путевой структуры, так и от аккумуляторных батарей. А пробег в автономном режиме при скорости 100 км в час составляет 300 км. Unicar U4-430-1.01 разработан специально для эксплуатации в тропических климатических условиях. Данный транспорт прошел испытания в климатической камере при температуре 60 градусов, а также испытания при повышенной влажности 97%. Получен сертификат соответствия. Unicar прошел ряд модернизаций относительно предыдущей модели, необходимых для адаптации машины к жаркому климату и повышенной влажности, а также для обеспечения безопасности и комфортных условий для пассажиров. Максимальная температура эксплуатации 60 градусов. В салоне поддерживается температура 20-23 градуса системой микроклимата. Улучшена шумоизоляция. Внутренний шум 67 дБ, внешний до 70 дБ. Дублирование всех систем. Независимый привод осей транспортного средства. Две климатические установки, две системы охлаждения, два накопителя энергии, два способа подзарядки, ручная и автоматическая. Модернизирована система торможения. Гидропневматическая подвеска, показатель плавности W, не более 2,5. Более мощные электродвигатели. Усовершенствованный привод дверей. Улучшенная система технического зрения. Кожаный VIP-салон. 4 места, 2 VIP-кресла, 2 откидных сиденья для персонала. Откидной столик. Телевизор с диагональю экрана 32 дюйма. Холодильник, подстаканники, более мощная акустическая система. Стеклопакеты. Открытие дверей осуществляется в две стороны. Изготовлено второе транспортное средство Unicar U4-430. Благодаря сразу двум транспортным средствам были успешно отработаны следующие режимы эксплуатации. Сцепка двух транспортных средств на прямом участке, повороте, подъеме, в движении. Аварийная буксировка одним транспортным средством другого. Виртуальная сцепка двух юникаров. Также на данных машинах были модернизированы компьютеры технического зрения на более мощные. Дополнительно транспортные средства оснащены геодезической аппаратурой, что позволяет контролировать их положение на путевой структуре, и модулем дежурного режима – дистанционное управление бортовой сетью. На базе данного транспортного средства разработан Unicar U4-430-1.01 в тропическом исполнении для регионов с жарким и влажным климатом. Юнибус U4-210 предназначен для пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам по монорельсовому пути рельсо-струнной эстакадной дороги с непрерывным кольцевым движением. Максимальная скорость транспортного средства эксплуатационная 100, конструкционная 150 км в час.
Производительность участка транспортной линии в час пик в обе стороны – 50 тысяч пассажиров в час. Дистанция безопасности при скорости 90 км в час составляет 50 метров. Масса транспортного средства, снаряженная 2450, полная 3500 килограммов. Число пассажиров 14, число мест для сидения 2. Расход электрической энергии в топливном эквиваленте в литрах на 100 км пути. При скорости движения 50 км в час 1,8, 100 км в час 1,57, 150 км в час 2,58. Шум не превышает 75 дБ. Электропитание может осуществляться как от путевой структуры, так и от аккумуляторных батарей. Пробег транспортного средства в автономном режиме при скорости 100 км в час составляет 250 км. За время, прошедшее с прошлого Экофеста, ряд транспортных средств Skyway подвергся значительным доработкам и модернизациям. В частности, это коснулось юнибусов как монорельсового U4-210, так и бирельсового U4-220T2. Что касается монорельсового юнибуса, то в данный момент это транспортное средство подвергается ресурсным испытаниям на режимах, полностью имитирующих реальные условия эксплуатации. Динамичный разгон и торможение, остановка с имитацией посадки и высадки пассажиров, полностью функционирующие системы. Данные испытания без лишних слов подтвердят надежность наших юнибусов и профессионализм наших конструкторов. Разумеется, не обходится и без нюансов, но именно они помогают нам не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше, постоянно совершенствуясь и улучшая наши транспортные средства. За короткое время, ведь с предыдущей нашей встречи прошел всего лишь год, транспортные средства оснастились рядом новинок, так сказать, прошли апгрейд. В число данных улучшений вошли: для юнибуса U4-210 разработана специальная снегоуборочная оснастка. Используется она при суровых погодных условиях, что понятно из названия. Способна справиться при этом с последствиями обильных снегопадов или с массивным обледенением путевой структуры. Также было обновлено защитное наружное покрытие остекления, обеспечивающее более качественную его защиту. Что касается юнибуса бирельсового U4-220T2, то здесь были обновлены мониторы системы мультимедиа, обладающие улучшенными характеристиками, транспортное исполнение с антивандальным металлическим корпусом, противоударным полимерным защитным стеклом экрана с рабочими температурами, допускающими эксплуатации в зимний период без прогрева. Также было проведено улучшение аккумуляторной батареи. Модернизированы и перекомпонованы балансировочные платы и обновлено программное обеспечение, что позволило в значительной степени сократить время и повысить качество балансировки аккумуляторной батареи. Для обоих транспортных средств разработаны аппаратно-технические решения, позволяющие осуществлять удаленное управление, мониторинг в режиме онлайн и контроль транспортных средств из диспетчерского центра оператора. Интерактивная программа и методика позволяют проводить быстрое обучение операторов. Оснащены оба транспортных средства техническим зрением, короткой длиннофокусные камеры высокого разрешения и промышленный радар. Работая совместно через компьютер и разработанный алгоритм распознавания, данная система значительно повысила безопасность. Оба транспортных средства оснащены геодезической аппаратурой. Работая на базе GPS, она позволяет контролировать положение транспортных средств на путевой структуре. Как юнибус U4-210, так и U4-220T2 оснащены модулем дежурного режима. Данная аппаратура, кстати, собственной разработки, позволяет дистанционно управлять бортовой сетью, переводить юнибусы из дежурного режима в рабочий, обеспечивает резервный канал связи, собирает и хранит телеметрические данные о работе системы энергообеспечения данных транспортных средств и результатов предпусковой самодиагностики бортовых систем управления. Заменены были компьютеры мультимедиа. Повышенные вычислительные мощности, помимо их основной задачи, позволили использовать его в качестве резервного для системы технического зрения. Оснащены CAN-логгером. Данная система собственной разработки является аналогом так называемого «черного ящика».
Обновлены системы открывания дверей, аварийная система. Повышена надежность срабатывания, и эта система уже прошла целую серию испытаний. Естественно, успешно.